Кировском направлении в районе населенного пункта Новгородская минувшие сутки было отмечено движение колонны из 4 автомашин КРАС с прицепными противотанками орудия МТ-12 «Рапира» в направлении населенного пункта Константиновка. Позже автомобили с этими же номерными знаками были обнаружены уже в районе населенного пункта Дзержинск. При этом по дороге Константиновка-Дзержинск в течение дня фиксировалось активное передвижение автомашин, осуществляющих подвоз боеприпасов для указанных артиллерийских систем. В свою очередь, сегодня из-под Дзержинска вышла группа на целевых бронированных тягачей МТЛБ с прицепными орудиями РУТА. Нетрудно предположить, что данные орудия уже сегодня ночью могут неожиданно заговорить в районе Новгородского.